Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Ну и, конечно, как же без Рекса? Спрашивается, чего он тут сидит. И хотя я приглашающе сел, он остается вот на этой черте. То есть дальше у нас кухня, дальше ему нельзя. И вот здесь лежит очень соблазнительная для него игрушечка. То есть это такая подушечка сейчас покажу, с будочкой, да, куда детишки своих собачек, маленьких игрушек прячут и так далее. То есть это нам вчера удалось найти. Довольно-таки новенькая такая, хорошая, чистенькая. И вот сегодня у нас с Рексом задача стоит проявить сообразительность. Ну, во-первых, терпение, да. Он должен выдержать, что я сейчас открою его кормушку, положу вот сюда вместо собачки, я положу еду, он должен терпеть. Я открываю дверцу. Так. Шум стоит, корма очень привлекательный. И кладу его вот сюда. Так, закрываю, как это можно, вот так. Распределяю. И теперь давайте пойдем и посмотрим, как он с этим справится. Ну, первое задание он выполнил. Смотрите, какой красавец вырос уже. Ага, я понимаю. Да. Я понимаю, что это очень-очень привлекательно. Но сейчас ты это получишь, понятное дело. Первое ты выполнил. Терпение, мой друг, терпение. Мне самому интересно. Как он это все доставать оттуда будет? Ну-ка, давай. Так. Он унюхал это дело, да? Пытается достать. Челюсть туда не входит, естественно. Воюет. Там же вкусняшечки, там же еда. Так, тест на жадность. Собака не должна ни рычать, ничего, даже если ты у нее отбираешь, самое интересное, на его взгляд, вещь. Нормально. Ага, ловко устроился и продолжает оттуда, не влазит нос-то. Интересно, хватит тебе ума взять, потрясти за угол? Но это навряд ли. Мне кажется, он так все достанет. Ах, вот как, да? Вот так должно быть сделали. Так. Вывернули наизнанку, да? Теперь ясное дело легче. Ясное дело. Там, наверное, уже нет ничего, дорогой мой. А нет, еще есть. Все. Последние две штучки. В общем, сообразил. Да, умничка, умничка, разумничка, да красавица. Уши до пол. Через 4 дня у него будет день рождения, 4 месяца. И, как видите, появилась уже настоящая шерсть. Рыжая такая. И хвост. Распушился хвост. Вот как распушился. Ну, теперь это твоя добыча, ладно. Можешь пользоваться. Вот так мы с ним развлекаемся. Ну, это полезно для
собак для халавартов особо, как нам в школе сказали, это же арбетстир. Арбетстир, ну, это рабочая собака, потому как в сравнении с другими в нашей группе он как бы вызывает небольшую легкую зависть уже у других собак. Он выполняет все, и нам все время говорят: «Sehr gut, sehr gut». Никаких ни замечаний, ничего. Мы все делаем правильно, мы все делаем хорошо, мы все делаем с охотой. Вот. Я очень этому рад. У нас теперь через одно занятие в субботу будет. И теперь он добрался уже до середины той большой лестницы. Я надеюсь, что в следующий раз он уже и спустится. Здесь-то он летает, но там другая. Итак, всего вам доброго. Пока.